следующая песня. У нее тоже есть своя история, но история немножко искаженная, скажем так. Потому что когда я написала ее, я не помню. Но помню, когда я приехала в Витебск на фестиваль «Витебский листопад», это огромный фестиваль международный. Я вышла с этой песней на сцену и взяла первое место в авторах, хотя было очень много сильных авторов. Я вот недавно вернулась с Витебска, снова с этого фестиваля. Я уже туда езжу как гость, как почетный гость, как артист, выступающий на этом фестивале. Уже не иду в конкурс, но я продолжаю поражаться вот тому очень стильному, организаторскому такому взгляду. Это очень красивый фестиваль, ребят. Если когда-нибудь мы с вами соберемся туда съездить, вы поймете, о чем я говорю. Песня, которую хочу вам спеть, называется «Амулет». Я знаю, что многим она нравится из вас. Паучок по паутинке с потолка, деревянная шкатулка, тертые бока, заколдованное царство. Что же здесь лежит? Мое богатство, все как есть, ополна коробка бусин черных и цветных. Что же, Господи Иисусе, сделать мне из них? Соберу пока навскидку, там видней много черных, надо нитку подлинней. Собираю я от скуки их не счесть, и обиды, и разлуки, все как есть. Получилось ожерелье не поднять, только нет, с него веселье лишь седая прядь. А на дне всего осталось три цветных. Боже мой, какая малость, что мне с них? Не получится ни бусы, ни браслет. Соберу из этих бусин амулет. Пусть хранит меня от почек, пусть со мной обходит ямы, пусть беду проносит мимо ложь и лесть. Это маленькая дочка, а голубенькая мама, а янтарная, любимый, все.